В эфире новости телестудии «Карачаганак», в студии Майя Амирова. Здравствуйте. Предлагаем вашему вниманию следующий обзор новостей. Состоялась очередная 29-я сессия маслихата. Прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции. Теперь об этом подробнее. 28 августа прошла очередная 29-я сессия районного маслихата. Председательствовал на сессии секретарь районного маслихата Адильхан Куликешев. На заседании сессии рассматривались такие вопросы, как социально-экономическое развитие Бурлинского района, правила определения размера и порядка оказания жилищной помощи малообеспеченным семьям и другие вопросы. В ходе заседания был заслушан доклад заместителя акима Бурлинского района Жанабая Каналина на предмет озвучивания о социально-экономическом развитии Бурлинского района. В частности, заместитель района отметил, что инфраструктура города, наличие качественных автомобильных и железных дорог развивается и во многом зависит от географического расположения крупного в регионе карачаганакского газоконденсатного месторождения. За 6 месяцев 2018 года в республиканский бюджет поступило 59 миллиардов 926 миллионов 110 тысяч тенге, в областной бюджет 15 миллиардов 819 миллионов 325 тысяч тенге. Объем инвестиций в основной капитал составил 67 миллиардов 3 миллиона тенге. Объем промышленного производства 1 триллион 27 миллиардов 244 миллиона тенге. Акционерным обществом «Конденсат» в 2016 году в рамках карты индустриализации был реализован проект по выпуску дизельного топлива экологического класса К5. В 2018 году установка была введена в эксплуатацию. ТО «РТ Альянс» ведет строительство завода по производству жидкого азота. Наряду с этим в Бурлинском районе зарегистрировано 4739 субъектов малого и среднего бизнеса, что на 48 единиц больше по сравнению с 2017 годом. На сегодняшний день потенциал района в сфере агропромышленного комплекса реализован на всю мощность. Поэтому наша задача – восстановить и развивать сельское хозяйство. В текущем году планируется реализация 3 инвестиционных проекта на общую сумму 7 миллиардов 300 миллионов тенге. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». Айбарлы Асхар Елді Асхақтар Атазан. Под таким названием состоялось торжественное мероприятие, посвященное Дню Конституции Республики Казахстан. На торжественном собрании, прошедшем 29 августа, состоялась церемония награждения работников различных сфер за достижения в трудовой деятельности. Главный закон нашей страны, Конституция Республики Казахстан, выдержала испытание временем и доказала свою значимость. Благодаря этому Казахстан сегодня занимает достойную позицию на международной арене. Заместитель акима района Жанабай Каналин поздравил присутствующих с праздником. Дорогие бурлинцы, поздравляю вас с Днем Конституции Республики Казахстан. Желаю всем крепкого здоровья, успехов в работе, семейного счастья, благополучия, мирного неба над головой, успех в достижении во благо нашей Родины, Республики Казахстан. Накануне Дня Конституции в районном Доме культуры чествовали специалистов с честью, исполняющих свой служебный долг. Церемонию награждения чествующих провел заместитель акима Бурлинского района Жанабай Каналин. Грамоты акима Западно-Казахстанской области были награждены офицер по особо важным делам межрайонного управления по Бурлинскому региону департамента Едыге Жаксыгалиев, заместитель руководителя районного отдела образования Жазира Кукенова, главный специалист районного суда Алма Нурмагомбетова. В Бурлинском районном суде уже более 35 лет. Вот 7 сентября уже выхожу на пенсию, но меня еще на год оставляют. Поэтому сегодня такое хорошее событие в моей жизни. Спасибо акиму Западно-Казахстанской области большое, что сегодня меня вот поздравили с таким прекрасным праздником. Действительно, Конституция. Мы все должны быть защищены, у всех должны конституционные права у людей.
Грамотами за подписью акима Бурлинского района Санжара Алиева были награждены главный специалист районного суда Айсауле Демисинова, главный специалист районного суда, секретарь судебных заседаний Камшат Ибраева, инспекторы отдела по делам обороны Бурлинского района Лиман Нармухамедова и Даулет Асылбек, сотрудник местной полицейской службы Мирбулат Тугузбаев, инспектор миграционной службы Ермек Айшуаков, работники межрайонного управления противодействия коррупции Шнар Утикеева и Булган Куянова, секретарь районного маслихата Адельхан Куликешев, а также ведущий специалист аппарата акима Приурального сельского округа Татьяна Исаева, главный специалист отдела образования Жадыра Умерханова, старший помощник прокурора района Канат Бекетов, главный специалист управления юстиции Жанна Шакирова. От имени Акжаукта Жилер ансамблинг атнан поздравляю всех бурлинцев, гостей с Днем Конституции Республики Казахстан. Желаем всем здоровья, единства, дружбы, всех земных благ. В ходе торжественного собрания состоялась церемония принятия присяги государственного служащего. Главным специалистом отдела архитектуры и градостроительства Муратбеком Ташенбаевым и главным специалистом отдела строительства Бауржаном Жанадель завершилось праздничное мероприятие концертной программой, представленной танцевальными коллективами города и работниками районного центра досуга. Мира Султанова, Тимур Тулебергенов, Азамат Бабагужиев, телестудия «Карачаганак». На этом на сегодня у нас все. Уважаемые телезрители, в среду, 5 сентября, в эфире телестудии «Карачаганак» смотрите эксклюзивное интервью акима Бурлинского района Санжара Алиева. Всего доброго!